Практическое занятие для будущих мам пройдет 12 марта в женской консультации. Женщин в положении научат правильно дышать во время родов, самостоятельному массажу для обезболивания, покажут приемы и позы, которые помогут облегчить рождение ребенка. Отдельный разговор будет посвящен дыханию и положению при вертикальных родах. Желающих принять участие в репетиции важного события в жизни ждут 12 марта в 12:00 в женской консультации по адресу улица Карбышева, дом 2А. Занятие бесплатное, предварительная запись не требуется.